Изначально нас пригласили сюда для того, чтобы рассказать о проблемах, которые связаны с деревьями. По словам жителей, за ними здесь никто не следит. Но на деле это оказался настоящий дом с сюрпризом. И это несмотря на то, что здесь проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Дом 17/1 по улице Строителей является общежитием для глухонемых людей. 3 этажа, 2 подъезда. Более 50 семей стали заложниками ситуации. Треснувшие деревья за домом оказались лишь вершиной айсберга, хотя и очень неприятной. Очень даже страшно, когда они особенно бегают, когда они еще и лазят. Вот это проблема. Только единственное, что надо убрать это все. Она, во-первых, у нас свет, и если она упадет, у нас тогда свет, получается, не будет. Уходит, вот даже все. Смотрите, какой у нас сейчас даже вид, даже страшный, если честно. А тут особенно говорить про дерево, даже ничего не будет делать. Уборщицы у нас нет, мы все это сами. Для того, чтобы понять эмоции этого мужчину, сурдопереводчик не нужен. Все понятно, без слов. Вот, прям смотрите, страшно. Вот. Страшно даже в подъезд зайти вообще. Там стекла вообще ничего нету. Даже. Да вот даже вот отсюда можете посмотреть. Да. Вот дети маленькие. А вот особенно зимой даже выйти в коридор нельзя, это на лестничную площадку нельзя, потому что у нас там очень сильно холодно. Двери ужасно, они, во-первых, не закрываются. Хотели вот отопление там сделать, вот в прошлом году. Хотели утеплить, вот. И только у нас кормит. Просто пищит и все, говорит. Сделаем все. Если с одной стороны дома растут, пусть и аварийные, но все же живые деревья, с другой надолго прописалась мусорная свалка, которую никто не убирает. Прямо напротив играют дети. Больше негде. При этом у них под ногами окурки и стекла. Ребята, конечно, довольствуются малым, потому что другого не видели. Вот и радуются по-детски свежему воздуху и общению друг с другом. А в подъезд заходить вообще страшно. Проводка в аварийном состоянии уже не раз била жителей током. Стены облезли. Лезли, трубы износились. Но самое удивительное, что жители уверяют, за коммунальные услуги платят по полной программе, но у каждого накопились немалые долги. Мы как за элитную квартиру платим. Вот это всем тоже. Просто все молчат, ничего не говорят. Просто они единственное платят. Вот они вот тоже каждый день месяц платят, но им почему-то все время прибавляется. Сюрпризов в этом доме действительно немало. К сожалению, все они неприятные. Жители признаются, куда только не обращались, и в управляющую компанию, и в другие ведомства. Те, кто может говорить, признаются, уже не верят, что возможны изменения. Надежды просто не осталось. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».